5 years of you what we sometimes cook here in the Philippines for our lunch. This is traditional Russian soup. She. Let's cook it together. I keep this vlog on my native Russian language because this is more easy for me. It's okay? Later I just translate this for you. And now we go to market, buy vegetables and meat. Let's go! Let's go! Hi! Hello! Beautiful! We buy ribs. Так, надо это его. Чап-чап, please. Слайд. Окей. Now чап-чап. Чап-чап. Very beautiful. Bye. How much? Philippe and apple. Nice 60, nice 70. A pair one, how much? 70. 70? Tolo 200. Tatlon 200, kira. А давай два возьмем. We buy two. Окей. Okay. Вот этот мягкий вроде, да? Вроде нормальный, да? 60. Окей, okay, two. Окей. Okay. Hello? No. No. What is this? Какао. What? Какао. Какао? Real? Какао. Какао for chocolate? Very interesting. Какао. Таблия, мам. А, таблия? А, very interesting. I see first time. It's very nice. Every morning. Every morning eat? Вот такие вот интересные штучки. Семена. Это, оказывается, какао. Девочка перебирает. А где дерево это какао? А у меня какао три, но хера. Вер? А у меня? This three. Green. Show me, please, а у меня? This? Yes. I can see. Okay? This? Это дерево, вроде бы, как говорят, какао.
Первый раз вижу, как растет какао. This? О, интересно как. Дерево какао. Let's go. Very nice road. This road you go every day? Yes. How many guests now go this road? Come good road, go back bad road. Готовили свиные косточки, у нас ребрышки, картофель, морковку, капусту, немного помидорок и лук. Еще зеленый лук. Филиппинцы его называют spring onion, а в России он называется просто зеленый лук. Здесь у нас отмачиваются грибы шиитаке, которые мы купили в супермаркете. Если, друзья, вы хотите, позже я покажу вам, как я их готовлю. Напишите об этом в комментариях. А вот и ананасик, который мы сейчас купили. Он такой аппетитный, желтый, спелый. Его мы будем кушать позже. А здесь в хлебопечке мы готовим русский хлеб, потому что филиппинский хлеб очень сладкий, и мы его не любим. Каждый день мы выпекаем хлебушек. Если, друзья, вам будет интересно посмотреть, как это происходит, тоже напишите в своих комментариях. В хлеб мы добавляем также джинджер и чеснок, чтобы он был ароматнее. Он очень вкусный получается. Готовить щи очень просто. О, наше мясо закипело. Надо вот это вот все убрать. Убираем. И теперь нам надо подсолить наш мясной бульон после того, как мясо закипело. Ну, каждый делает это по вкусу. Пока наше мясо варится, ух, как кипит. Мы приготовили для наших щей овощи. Я почистила 4 картошки, я думаю, мне хватит, потому что кастрюлька не очень большая, у нас много овощей. Пару средних морковок я потерла на терке, ну и остальное измельчила. 3 некрупных помидорчика я порезала, 1 среднюю луковицу. Измельчила 5 зубчиков чесночка и порезала немножко зеленого лука. Чуть не забыла сказать про главную вещь в этом супе, это капуста. Еще мы режем капусту. Такие вот, друзья, простые ингредиенты у щей. Но поверьте, будет очень вкусно. Наше мясо варится уже минут 15. И теперь мы добавляем в него картофель. Обратите внимание, друзья, картофель я ложу целый. Потом я вам расскажу, почему я так делаю. Пускай еще поварится минут 15 до готовности картофеля. Проверяем готовность картофеля и, если он сварился, вытаскиваем его. Добавляем в наш мясной бульон все приготовленные овощи, кроме чеснока и зеленого лука. Пока наши овощи варятся, мы измельчаем вилкой картофель. Не резанный ножом, а измельченный после варки в супе, он будет необыкновенно вкусен. Должно получиться примерно так. Наши овощи прокипели минут 15 и уже почти готовы.
Добавляем к ним измельченный картофель, зеленый лук и мелко порезанный чеснок. Перемешиваем все, накрываем крышкой и даем закипеть. Все, наши щи готовы. У нас получился очень вкусный и ароматный овощной суп, главным ингредиентом которого является капуста, поэтому он и называется щи. В России щи едят на обед и по желанию добавляют либо сметану, либо майонез. И это, друзья, очень и очень вкусно кушать щи с майонезом или со сметаной. Друзья, давайте обедать. Очень вкусно. Друзья, спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами и досмотрел этот ролик о нашей жизни на Филиппинах до конца. Надеюсь, что вы сегодня немножко больше узнали о нас и о нашей русской кухне. Всем добра и удачи, и до встречи в наших следующих видео.